В областной администрации прошла встреча Хокима Самаркандской области Эркинджона Турдымова с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в Узбекистане Ким Хи Сангом. В ходе беседы отмечено, что Узбекистан и Корею связывают многовековые узы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, которые служат основой для успешного продвижения и углубления стратегического партнерства между двумя государствами, совместной реализации взаимовыгодных проектов в разных сферах. Кстати сказать, на сегодняшний день в Самаркандской области действует 43 предприятия с участием корейских инвестиций. Объем товарооборота между корейскими компаниями и предприятиями Самаркандской области по итогам 2022 года составил 11 миллионов долларов. За первый квартал текущего года – 884 тысячи долларов. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о реализуемых в сотрудничестве проектах, устранении существующих преград и обсудили планы на будущее. Посол выступил с несколькими предложениями, касающимися вопросов привлечения корейских инвесторов в Самаркандскую область, продления визы для корейских предпринимателей, установления побратимских отношений между городами и углубленного изучения корейского языка. В свою очередь, глава региона выразил готовность оказать в рамках своих полномочий всякое содействие в реализации проектов. Как отметил Эркинджон Турдымов, сегодня ощущается острая нехватка педагогических кадров по обучению корейскому языку, особенно в районах области, и предложил открыть языковой центр в городе Катакургане, где в радиусе 25 километров проживает 1 миллион человек. По итогам встречи стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление сотрудничества по разным направлениям.